Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос, дорогие братья и сестры! Позвольте мне, Бог вдохновенным словам наших святителей, добавить нечто от себя. Мы совершаем с вами первую военную Пасху. И сколько еще будет Пасхов военных, мы не знаем. Подобно тому, как мы не знали, сколько лет будет коронавирус. Никто не должен думать, что это закончится через месяц. Никто не знает, чем закончится. Но, видя, что решается судьба нашей дорогой Родины, мы обязаны исправить свою жизнь, очистить совесть и всем сердцем молиться Господу, царю Николаю II, всем русским святым, Николаю Угоднику, чтобы Бог спас Россию, чтобы укрепил ее воинство и чтобы даровал победу. Никто не должен молиться о мире, а только о победе, потому что не может быть иного мира, кроме как через победу, так как Россия воюет за правое дело. И мы молимся за этих воинов, которые сейчас на передовой. Дорогие братья и сестры, Господь да не лишит нас благодати, святыни, милости своей, укрепления, правды, любви Божьей. Все это близко. Так как Господь, Пасха наша, пожертвовался за нас. Но надобно просить у Бога веру. И надобно просить у Господа Бога нравственную чистоту и исправление жизни. И нужно перемениться. И видя совершающиеся суды Божии над Домом Божиим, над Церковью и над русской землей, как Ниневия покаялась от проповеди Иудина, так и мы должны оставить развлечения, оставить все ненужное, пустое, забыть, братья и сестры, забыть про соревнования, про всякие конкурсы. Это стыдно делать во время войны. Мы не дети с вами, а взрослые. Хватит уже, поигрались. Мы находимся в опасном месте перед Богом. Бог может прекратить дни, так как за оскудение веры иссякла любовь к Богу. На избранных ради сказано, сократит ты дни. О Господи! Продли еще грешным нам дни, не лиши нас, нашей Родины, России, которой столь многие абсолютно равнодушны к ее истории,
культуре, памяти и даже к обычаям русской церкви, в которой мы с вами крещены и принадлежим. Особенно это проявляется на страстную на Пасху. Посерьезнее и восплачемся перед Господом. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь!